Печенечки готовы. Мягенькая, вкусненькая. Приятного аппетита. Готовьте со Светланой. Ну что, друзья мои, приступаем. Для начала нужно взять одно яйцо. Сахар 100 грамм, пакетик ванили, щепотку соли, смотрите, и все тщательно перемешать до образования пены. 2 минуты достаточно. Достаточно. Дальше. 70 миллилитров растительного масла и 50 миллилитров обычной воды комнатной температуры. Печенье с водой и перемешать. Теперь надо взять 20 грамм какао, но у меня здесь 50. Возьмем половину. Если будет недостаточно, то добавим. Добавим 250 грамм муки, то есть не всю. Она у меня просеянная, это сейчас делаю при вас во второй раз. Добавляем 1 пачку разрыхлителя именно в муку. И перемешиваем. Тесто готово, вы понимаете? Вообще, правда, что нечего заморачиваться. Вот такой вот рецепт я люблю. Вот такое должно быть липкое тесто. По чуть-чуть добавим. Пришлось его размешивать, перемешивать уже лопаткой, потому что оно у меня такое хорошее получилось. Оно должно быть такое липкое, сказали. Не прилипать к рукам. Мне кажется, 300 грамм – это уже много. Видите, какое оно получается? Такое, в один комок мы должны его. Я делаю впервые вместе с вами, поэтому... Да, и руки надо смазывать маслом, тогда легче будет с ним наладить контакт. Тесто такое пластичное, естественно, я его чуть-чуть помну, но не прилипает даже. Отлично. Жаровню я не смазываю. Почему? Потому что внутри есть масло. Из этой порции должно получиться 25 штук. Руки смазываем маслицем. И вот смотрите, как такие крошечные. Просто так положу. Потом будем с них делать шарики. Печенюшки нам же надо маленькие, правильно? Далее. Шарик. Посмотрите, какой красивый шарик. Ну, такое вот у меня вышло печенье. Дай Бог моей подружке здоровья, что она мне научила такие красивые печеницы. Смотрите, что у меня получилось. У меня получилось из 25, так, я сделала их маленькие, как в Турции принято.
Посмотрите, какие красотулечки. Нужно посыпать сахарной пудрой до выпечки. Я такое не знала. А вы знали? Сейчас я мои печенечки отправляю в духовку. Печенье выпекается 12-15 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем шпажечкой. Все, мои хорошие. Печенье готово. Действительно, все так быстро. Смотрите, какое печенье. Сейчас мы посмотрим, какое оно получилось. Вот такое. Мягенькое, вкусненькое. Приятного аппетита. Готовьте со Светланой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.